Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом состоялся телефонный разговор. Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений. Положительно оценив развитие событий за последнюю неделю, министры подчеркнули как взаимный позитивный шаг предупреждение соответствующих иранских ведомств о необходимости уважения территориальной целостности Азербайджана, а также освобождения двух иранских водителей Азербайджаном. В ходе разговора была отмечена важность продолжения деятельности совместно межправительственной комиссии, состав которой был обновлен новой администрацией Ирана. Стороны подчеркнули необходимость решения всех разногласий путем диалога.